Ребята, всем привет! Сейчас нахожусь в Millennium Парке в Чикаго. Это второе видео, которое я пытаюсь снять с помощью магического штатива для айфона. Вроде ничего так пока получается. Вот, я вам сейчас сниму каток и потом сниму окрестности. Там внизу у нас находится каток, который вы можете уже посмотреть на других моих видео. Я его уже снимал ранее. Сейчас покажу вам замечательную вещь, которая притягивает всех туристов. Эта штука называется бин. Кстати, вы можете видеть меня в отражении. И справа от меня стоит коляска, это моя дочка. Мы сейчас с дочкой гуляем. Давайте я подойду, и вы можете посмотреть меня поближе. Привет! Привет всем! Всем подписчикам канала Work in ZS. Вот там у нас находится... Сейчас, подождите, камера не туда пошла. Я еще не эксперт. Так, там у нас находится уникальная сцена. Почему она уникальная? Потому что на ней какой-то уникальный звук. И летом там проходят постоянно фестивали. Джаз, блюз и другие. Почти каждую неделю. Или даже каждую неделю. Вот так я сниму окрестности. Вот, ну я на самом деле доволен видео и доволен этим штативом. Мне кажется, я не буду его возвращать. Лучше я буду тренировать свое мастерство и потом снимать уже более качественные видео, используя iPhone и этот штатив. Если вы случайно набрели на этот канал, то подписывайтесь. Кнопочку подписки на канал найдете внизу под этим видео. И также всем вопрос, стандартный вопрос. Если у вас есть какие-то идеи, на которые вы хотите, чтобы я снял свои видеоролики, то не стесняйтесь, выражайте себя. Делитесь этими идеями в комментариях под видео. Буду ждать. Спасибо за внимание.